Покажем. Все. Что сегодня? Приходи. Мне пора в... Береги себя. Покажи, что там впереди. Лети, Сюнин. Покажи мне. Что ты видишь, Сюнин? Расправь крылья, Сюнин. Спасибо, это как раз то, что нам нужно. Есть кое-что новенькое. Покажи-ка, что у тебя тут продается.
Ладно, значит, хватит. Мне пора. Удачи. Увидимся, Эйвор. Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Сюнин, укажи путь. И вовремя мы готовились к нападению. Что ты увидел? Много воинов и повозок хватает. Уверен, крысёныш Бургрид прячется там.
Видишь купальню и церковь? Я отправил туда лазутчика. Он скоро вернется. Ты виделся с Уббой и Сигурдом в Темплборо? Нет. Если Бургрет прячется здесь, это ни к чему. Куда проще было бы и дальше убивать королей. А из-за моего брата мы сажаем их на трон. Вы двое явно не ладите. Я думал, у вас больше общего. Скажи, вы с Сигурдом всегда соглашаетесь? Да, по большей части. Молодость. Поживи с моё, поймешь кое-что. Чем ближе человек, тем труднее вам ужиться. Хватит ждать твоего лазутчика. Он погиб или сбежал. Дай ему время. Если они нас заметят, Бургрет снова ускользнет. Ладно, оставайся здесь и жди, а я пойду. Церковь хорошо охраняют. Еще другой путь. Нужно быть осторожнее. Не время спать. Смотрю, они как следует запаслись. Ящики полные припасов. Да, Бургрет не сдастся без боя. Похоже, это купальня. Мне нужно попасть внутрь. Приказал Леофрит.
сошел с ума? Я боялся, это кто-то из них. Тише! Что ты здесь делаешь? Я хотел найти Бургреда. Так Ивар послал тебя? Я хотел найти Бургреда сам, убедить сложить оружие. Но в Ледочестере его нет. Откуда ты знаешь? Леофрид говорил с воинами. Я подслушал. Кажется, здесь только запасы еды. Но есть кое-что интересное. Он дал приказ отправить отряд к жене Бургреда, Этельсвите. Она в Темплборо. Она должна знать, где Бургред. Слышишь? Там идет бой. Ивар, идем, нам нужно спешить. Куда ты идешь? Я тут не впервые. Пойдем через рынок. Сюда. Не молчи! Я... Кажется, нет. Боже. Я ведь не хотел этого. Келберт, тебя убили бы. Выбора не было. Жди здесь. Я вернусь. Где твой король, Сакс? Где он прячется? Господи, даруй мне избавление. И как только их бог успевает отвечать на все эти жалкие мольбы? Ты многим рискуешь, Ивар. Келберта могли убить. С чего мне мешать юнцу, который хочет стать мужчиной? Не оправдывайся. Тебе это нравится. Хватит. Ивар меня не посылал. Я пошел сам. Берегись, мальчик. Пока твой отец не занял престол, ты не защитник Мерси, а ее враг. Понял? Да, я понял. Славно. Вернись в Рептон и жди, пока мы тебя позовем. Уже уходишь, брат Волка? Короля нет, но добычи вдоволь. Этельсвита, жена Бургреда в Темплборо. Посмотрим, что ей известно. Забирайте все! Love it.